сегодняшнем открытии перед Россией по художественной гимназии. Спасибо. Я убежден, что с открытием этого нового дворца Петербурга появляется замечательная возможность посмотреть на художественную гимнастику, как и на зрелых мастеров во время проведения традиционных турниров «Балтийская жемчужина», так и дополнительная возможность посмотреть на самые юные таланты Российской Федерации в этом виде спорта. Я очень надеюсь, что этот старт станет удачным для тех девочек, которые стоят сейчас на этом ковре. Я хочу пожелать всем удачи, показать максимум возможного того, чем учили тренеры. Безусловно, я хочу пожелать вам благосклонного отношения судей. Надеюсь, что соревнования пройдут интересно. И эти дни, проведенные в Петербурге, вам обязательно запомнятся. И мы будем верить в то, что здесь раскроются новые таланты, или новые имена. И, безусловно, художественная гимнастика Российской Федерации даже здесь, даже в этом возрасте, делает маленький шаг вперед. Спасибо, успехов.
здесь тренер.